За церковним календарем 28 серпня православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці, або, як кажуть у народі, Перша Пречиста. За традицією церкви, свято Успіння Пресвятої Богородиці належить до переліку 12 найбільших свят церковного року. Це свято іменується також Богородичним Великодним. Праздник Успіння Пресвятої Богородиці входить в число 12 до 10 праздників, тому що там є неотъемлемой частью жизни Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что почитание Пресвятой Богородицы началось еще с первого века христианства. Особое почитание было в VI веке. До VI века праздновалось в разное время. Некоторые праздновали в январе, некоторые праздновали в августе. Но начиная с VI века, после победы Константинопольского императора над персами, особое почитание праздника Божьей Матери установилось повсеместно. Дню Успіння Пресвятої Богородиці передує один з чотирьох багатоденних постів – Успенський піст. Він встановлений в наслідування Божої Матері, яка все своє життя і особливо перед своїм Успінням проводила час пості і молитві. Само назначення поста перед великими праздниками служить для того, щоб чоловік підготував свою духовное состояние к встрече этого торжественного праздника, чтобы очистил свое и тело, и дух, для того, чтобы Господь смог принять его торжественное почитание и его Божьей Матери. Само значение поста в жизни человека является очень важным, ведь дает возможность человеку очистить себя, сделать лучше и взглянуть на пройденный этап своей жизни, что-то в себе изменить и приблизиться к Богу. А такой праздник, как Успение, вселяет в нас радость воскресения каждого из нас. Православна церква святкує кінець земного життя Пречистої Діви Марії. Ми не говоримо, що відзначаємо День смерті Богородиці. Ісус Христос своєю хресною смертю переміг смерть, і тому для нас вже не існує смерті. Тому свята церква називає представлення або перехід Пресвятої Богородиці із земного у вічне життя Успінням. Чому ми говоримо, що празднуємо смерть Божої Матері? Ведь для нас, как и для наших предков, не существует понятия смерти окончательной. Само слово «смерть» для нас стало не главным, и мы теперь говорим «успел», то есть представился или уснул, то есть перешел из одного состояния в другое. Это стало возможным благодаря тому, что Господь претерпел свои страдания на кресте и тем самым победил смерть, дал возможность каждому из нас после своей временной жизни перейти в жизнь вечную. Під час свята згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. Про Успіння Пресвятої Богородиці нам відомо з переказів церкви. По свидетельствам Дениса Репагита, Иринея Леонского, мы знаем о жизни и Успении Божьей Матери. Накануне своего Успения ей было видение, к ней проявился архангел Гавриил с пальмовой ветвью, которая свидетельствовала о Царстве Небесном и сказала, что скоро она присоединится к своему Божественному Сыну. Сама же Божья Матерь молилась и просила о том, чтобы на ее Успение присутствовали все возлюбленные ученики Господа. И по ее молитвам они были действительно восхищены из тех мест, где проповедовали, и предстали возле ее одра. Перед своим Успением она сердечно молилась вместе с апостолами, которые расчувствовались, оплакали, но в то же время знали о том, что Господь заберет ее себе. Когда же настал час, то поверхность, крыша здания, в котором была Божья Матерь, она как бы растворилась, и было видение самого Господа, который простер свои божественные руки к Божьей Матери и приняв от нее ее божественную душу. В дальнейшем же ученики взяли тело Божьей Матери и с торжественностью
понесли ее из Елеонской горницы в Гефсиманский сад через весь Иерусалим. Торжественное шествие сопровождалось облаком, которое в виде короны сверху сопровождало. Многие иудеи пытались им как-то помешать этому, даже созвали стражу, но это облако опустилось и закрыло собой всех тех, которые шли и несли тело Божьей Матери. Один из церковников хотел перекинуть гроб с Божьей Матерью, но ангел явился и мечом отнял ему руки. Он тут же взмолился к Господу о прощении, его за такое святотатство, и был исцелен, и тут же присоединился к почитателям Иисуса Христа и последовал за Божьей Матерью. Ее тело отнесли в Гефсиманский сад, и там погребли в пещере, яку завалили тяжелим камнем. Між успінням Пресвятої Богородиці і нашим переходом із тимчасового земного життя у вічне є різниця. Ця різниця полягає в тому, що Божа Матір перейшла у вічне життя в царство Сина Свого з душею і тілом, а ми, християни, переходимо тільки душею. А воз'єднання душі з тілом буде під час загального воскресіння мертвих, тобто вдруге пришестя Христове. По учению православной церкви мы знаем, что Господь наш Иисус Христос воплотился и пришел в эту жизнь для того, чтобы избавить человека от смерти, чтобы привести его к Создателю и очистить его от греха. Такой чистой была его Божественная Мать. И именно она удостоилась такой большой почести, что была взята на небо вместе со своим телом. Не дожидая всеобщего воскресения, Господь забрал на небо свою Божью Матерь вместе с телом. Самый страшный суд для каждого человека будет по второму пришествию Господа Иисуса Христа. И тогда человек преобразится, он соединится, его душа соединится с телом, и именно на нем будет уже окончательное решение тому, где человеку проводить вечность, будет ли то адские муки или торжество вселения праведных. В Україні свято Успіння Пресвятої Богородиці отримало особливе вшанування. Так, головні монастирі Лаври України – Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська – присвячені цьому святу. Не случайно почитание Божьей Матери для нашей церкви, для всех людей является очень важным. Большое количество храмов и церквей называется в честь важных событий жизни Пресвятой Богородицы, в честь празднования различных икон Божьей Матери. Это введение во храм, Рождество Пресвятой Богородицы, в честь икон Вифлеемская, Иерусалимская, умягчение злых сердец. Не случайно каждый человек обращает свои молитвы к Божьей Матери, ведь она является действительно заступницей и ходатайцей перед своим Божественным Сыном за весь род человеческий. Мы знаем, что когда Спаситель был распинаем на кресте, то Он вручил все человечество в руки Божьей Матери, чтобы она молилась за каждого из нас. Сама же и служба Успения, она является особой, и перед этой службой совершается чин погребения Божьей Матери. Это торжественный чин, когда все крестным ходом выходят из храма и совершают погребение Божьей Матери. Віра наша заснована на преданні церкви з апостольських часів. Тому ми переконані, що Матір Божа воскрешена своїм Сином і зараз не лише духовно, але й тілесно перебуває поруч з престолом Божественної слави. Наша віра основується на Святому Писанні і Святому Преданні, яке указує нам важливі віхи життя людства, общение святых апостолов, их проповедь, проповедь Божьей Матери, ее заботам о всех людях на всей планете. Ее почитание вылилось в написание большого количества икон, которые различаются между собой разным исполнением, но тем не менее являются первообразом самой Божьей Матери, которой мы молимся, которой возносим свои молитвы, возносим свои прошения. Для каждой из икон есть своя молитва, которую мы молимся всем сердцем, просим о том, чтобы Божья Матерь даровала нам все то, что нужно для нашей жизни, для нашего спасения.
Залишивши земний світ, Пресвята Богородиця не залишає нас своєю допомогою і любов'ю. Встановлено багато свят на честь чудес, які здійснені молитвами і заступництвом Богоматері. Нещисленні чудотворні ікони Богородиці, через які тисячі людей отримують зцілення, допомогу, підтримку від Господа, переконливо доводять нам, що Матір Божа бачить всі негаразди і страждання. Ми просимо Богородицю молитися за наше спасіння. Свята Церковь особо почитає Божу Матір вище всіх святих, вище сіл небесних, як поється «Честніша Херувім і славніша без сравнення Серафім». Тому що іменно через неї змог воплотитися в мир Бог Слово Ісус Христос, стати чоловіком, подобним нам во всьому, крім гріха. Сама же Пресвятая Богородиця ходатайствует і молиться за весь мир, делая, наверное, самое главное для спасения человека, приводит его ко Христу. Хоть и была восхищена силом на небо, но как по свидетельству одного из святых, который был восхищен на небо, он ее там не видел. А когда спросил, почему же на небе нет Пресвятой Богородицы, ему ангел ответил, что она находится на земле, помогает каждому человеку в его нуждах, в его страданиях, в его стараниях измениться и стать лучше. У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. Протягом осіннього періоду є три причисті – 28 серпня, 21 вересня і 14 жовтня. Про них у народі кажуть: перша причиста – жито засіває, друга – дощем поливає, а третя – снігом покриває. Желаємо достойно провести Успенський пост и подготовить себя к встрече этого торжественного события, праздника Успения Божьей Матери, заглянуть в свое сердце, исправить его в лучшую сторону, ознакомиться с жизнью Божьей Матери, с ее трудами на земле и с ее предстательством перед Сыном своим Божественным Иисусом Христом за весь род человеческий. Желаю, чтобы каждый из нас встретил этот праздник достойно и восхвалил Божью Матерь. Православний календар з 22 по 29 серпня. За церковним календарем у суботу 22 серпня Свята Православна Церква вшановує апостола Матфія. 23 серпня – неділя 11 після П'ятидесятниці. Церква згадує діяння блаженного Лаврентія, Христа заради юродивого калузького чудотворця. У понеділок 24 серпня починається седмиця 12 після П'ятидесятниці. Шановують преподобномучеників Феодора і Василія Печерських у ближніх печерах. У вівторок, 25 серпня, церква згадує діяння мучеників Фотія і Анекити, які за віру православно постраждали. 26 серпня – віддання свята Преображення Господнього. 27 серпня у четвер – передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. 28 у п'ятницю – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. У суботу, 29 серпня, після свято Успіння. Перенесення з Єдеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа.